мирового уровня, да? Не так громко. Сегодня в выпуске подводим итоги мастеров паркура, рассказываем про устройство для Гаусса, отвечаем на частые вопросы. Ептить, она разжирела. Она с каждым видеоблогом все шире и шире становится. Я в шоке, блядь. Это сколько надо зарабатывать, чтобы столько жрать? Отвечаем на частые вопросы. В черном-черном городе. В черном-черном доме. Это что за страшилка? В черной-черной комнате один мальчик играл в танки на вас по смоке без прокачки, расходки. Это что, коронавирус на минималках? И овердрайвов. А все потому, что не смотрел наш видеоблог. И для чего такую шляпу рассказывать? Чё? Всем привет! Немного жутко интересных новостей в пятницу 13-го. В прошлом выпуске мы просили вас предложить, что будет делать... Я ж совсем забыл, это же пятница 13-я. Гений. Новое устройство для Гаусса. И получили массу ответов. Часть из них была интересной, часть забавной, а часть даже очень логичной. И на наш взгляд, самым интересным был вот... Происходит взрыв ушей. Что? Этот ответ. Поздравляем, ты станешь первым обладателем нового устройства. Кстати, делать оно будет вот что. При попадании в соперника после сведения оно будет снимать все усиления. То есть, если на вас был двойной урон, то попадание в вас будет снимать его действие. И если вы активировали его сами, а не подняли на карте, то вы не сможете сразу задействовать его повторно, так как вам придется ждать окончания действия кулдауна. Что я сейчас услышал? Это серьезно? Устройство на Гаусс? Вы долбанулись? Чего? Станешь первым обладателем нового устройства. Поздравляю! Интересным был... Они что, из комментариев выбирали устройство на Гаусс, которое они придумают? Типа, давайте сделаем прикольно. А пусть они сами напишут, и мы сделаем такое устройство. Или чё? Что это за бред вообще? Вот этот ответ. Поздравляем! Ты станешь первым обладателем нового устройства. Кстати, делать оно будет вот что. При попадании в соперника после сведения оно будет снимать все усиления. При сводке снимает всю расходку. То есть, если на вас был двойной урон, то попадание в вас будет снимать... Не, ну это я понял. А почему нельзя сказать в этом же контексте... В этом же контексте сказать, что минусует? То есть, с таким устройством урон должен быть пофикшен в половину минимум. Минимум в половину. Потому что это имба, вы что рофлите? Я в челика свелся, у него расходки не осталось. А если я в него свелся, у него расходки не осталось, и при этом урон такой же жесткий, то он ваншот. Он просто ваншот. Просто ваншот. А если я возьму бустер, то там все танки ваншот. Или эта сводка должна быть долгая? Ну, типа, а почему это все, что они сказали? Где информация? И если вы активировали его сами, а не подняли на карте, то вы не сможете сразу... Да это я уже понял. Инфы очень мало по этому поводу. Я недоволен. Это дура тут. Арес. Апрель. Закончился турнир мастера паркура для русскоязычной локали. И победили в этом... Этой реакции хватит. Этой реакции хватит.
году ребята из команды NFT. Они обошли занявшие второе и третье места команды ATT и Noobs вот с такими сумасшедшими трюками. Как будто неожиданно меня позвали. Ептить, она, конечно, на массе. Я такая говорю, что ты меня вообще позвал? На вопросы какие-то ответить надо. Ну ладно, давай. Я у нас секретарь-переводчик. Поехали. Я набил 15 тысяч очков опыта. Зашел в миссии, выбрал нужную, а награду не получил. Что я делаю не так? Дело в том, что награда за миссию дается только тем, кто получил задание до того, как начал выполнять. То есть всегда вы должны сначала зайти в миссии в HTML5 или Android версиях игры, взять нужную вам и только потом идти выполнять. Я первым оставил... Ну это просто челик был такой же бот, как я. Я также сам лоханулся. Это, ну типа, моя школа. Красавчик, лучший. Ответ на вопрос на 5 в комментариях. Но не нашел себя в списке победителей. Как так? Все верно. Ответы надо оставлять не в комментариях, а в форме по ссылке под нашим видеоблогом. Только они засчитываются при определении 10 счастливчиков. Я зашел в HTML-версию игры, а она выглядит совсем иначе. Почему? Мы поняли, что игроки при входе в HTML5 версию игры по привычке ставят все настройки по минимуму. И тут действительно визуальные версии отличаются. И мы это исправим, чтобы версии на одинаковых настройках не отличались кардинально. Плюсом к этому мы сделаем камеру по ощущениям такой же, как флеш-версии игры. За это большое спасибо всем тем, кто делился с нами в специальной теме на форуме своим фидбэком. Именно благодаря вам мы смогли найти это решение. И это не все, что мы вынесли из ваших комментариев, так что следите за новостями. Впереди еще много важных изменений. У меня один вопрос. Она смогла ответить на 2 вопроса? Это все? Это все, что она смогла? Ответить на 2 вопроса? Или на сколько она ответила? А на 3! 3 вопроса. Mods Clans продолжается. На турнире осталось 8 кланов, и борьба становится все острее. Кто в этом году... Она, наверное, вспотела. ...заберет чемпионскую краску Импульс, узнаем скоро. Действующим чемпионом Penguins стоит опасаться не только реванша с Eternity. Конкуренция с каждым годом все острее, и вчерашние победители легко могут вылететь в первом же раунде. А вы уже сейчас можете переходить по ссылке в описании и голосовать. А где краска за Team Pointers? Почему ее нету? За ваших фаворитов. Среди правильно угадавших мы позже проведем розыгрыш призов. Соло не отстает. Для фанатов рельсы тут раздолье. Мастера этой пушки покажут все, на что она способна уже на следующей неделе. Прямые трансляции, как всегда, на канале StreamTO. Сегодня пятница 3. У Джей и Кантер из них можно выйти. Помогаем малышам. Вот и все на сегодня. Спасибо, что не забываете подписываться. Короче, друзья мои хорошие, что я могу сказать? Арес с орехом в апреле. Устройство на Гаусс, от которого у меня сгорело уже прямо сейчас. Потому что если такое выйдет, и оно не будет занерфлено в виде пониженного урона, то это ГГ. Это просто до свидания. Это забейте. Это называется Хантер без Хантера. Это сводка по КД. Это уничтожение тебя по КД. Это... Ну, это все. Ну, это минус жопа сразу. То есть, ну, вы что, рофлите? Ну, это же до свидания. Просто до свидания. Поэтому я надеюсь, что при этом раскладе то, что вот такое устройство будет, там будет жесткий нерф урона. И играйте сами с этим устройством. То есть мне будет вообще без разницы на этот Гаусс. Если... Либо там сводка будет долгая, то есть забейте. Тогда пофиг. Но если это выйдет и там особо нерфа никакого не будет, то это будет до свидания. Арес, я не знаю. То есть
Я сейчас для себя что я вижу? Арест для меня это 25 миллионов крит-ошибок дополнительных, да? И новых каких-то багов, лагов. Все, все, что я вижу. Потому что, ну, полноценных тестов не было. Он сказал апрель. Он сказал апрель. Апрель. Это типа через пару недель. Какой апрель? Где тест? Должны быть тесты. Иначе это до свидания, очередные до свидания. Очередной провал. Насчет вопросов я молчу. Ну, а с киберспортом, ну, уже дефолт. Поэтому как-то так. Наверное, я все сказал, все, что я думаю. Подписка, лайк, колокольчик. По красоте. Да.